Гунилла Брески, известный шведский кинорежиссер. За ее плечами 6 фильмов про Вторую мировую войну. В Самаре в рамках фестиваля «Тишина» она представляет свой фильм «Я останавливаю время», признанный лучшим документальным фильмом в Швеции в 2014 году. Картина рассказывает о Владиславе Микуше, советском операторе, документалисте военных лет. На вопрос, почему именно о нем, Гунилла отвечает: «Владислав прошел весь ужас войны, но остался человеком». Самое важное – показать его личный взгляд, потому что, несмотря на то, что он участвовал в войне, он не был военным человеком, и его взгляд на жизнь был поэтичным и философским. На встречу с режиссером пришли многие историки и краеведы Самары. Главный интерес – открыть для себя неизвестные страницы военной истории и увидеть взгляд на подвиги советских людей со стороны. Это другой взгляд, да, и рассказ, как-то ни странно, издалека про нас. И вот хотелось бы, конечно, понять, как мы видимся из этого и географического далека, и исторического далека. Фестиваль антивоенного кино «Тишина» проходит уже второй год и становится традиционным. В этом году он посвящен очень важной дате в самарской истории – 75-летию присвоения городу статусу «Запасная столица». Организаторы уверены, фестиваль успешно выполняет основную задачу – сохранить память о ужасной войне. Идет время, и люди, к сожалению, живые свидетели истории, они уходят в прошлое. И кино здесь, вот оно становится вот инструментом исторической летописи, что очень важно. И мне кажется, вот этот фильм из этой серии. В России у Гунилы пройдет еще одна творческая встреча – в воскресенье в Московском кинотеатре «Звезда». А для всех самарцев, желающих посмотреть фильм, состоится открытый показ 20 октября в музее Алабино. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.